Сегодня во всем мире отмечается Международный день грамотности. Традиционно в этот праздник проходят грамматические диктанты и викторины на знание своего языка. Кстати, согласно последним исследованиям ученых-лингвистов, русский язык является одним из самых сложных для изучения. Вместе с этим носителям языка тоже приходится несладко. Сегодня Международный день грамотности. Наш корреспондент Анастасия Цыганкова выясняет, насколько грамотны иркутяне. Анастасия, ты в эфире. Артур, добрый день. Сижу в кине на первом ряде в черном пальте. Кого-то раздражает стуканье ложкой в кружке, кого-то раздражает треск стекла, а кого-то раздражает неграмотная речь. На самом деле Россия сейчас занимает 36-е место по грамотности по сводкам одного из информационных агентств. А первое занимает Австралия. США занимает, если не ошибаюсь, 6-е место. Но мы сегодня решили прийти на сквер имени Кирова и узнать, насколько грамотны наши жители города. Давайте сейчас подойдем вот к девушкам и узнаем, смогут ли они поставить ударение на самых распространенных словах, которые допускают ошибки. Девушки, здравствуйте. Вот смотрите, у меня к вам небольшое задание. Возьмите маркер. Вам нужно расставить ударение вот на этих словах. Справитесь? Давайте. Как правильно будет первое слово? Торты. Дальше. Ты звонишь. Красивее. Квартал. Банты и свекла. Нарисуем Юана, я всегда ударяю. И ведь на самом деле все правильно, если я не ошибаюсь. Девчонки, а вы откуда? С Читы. Оказывается, в Чите же вы, девчонки, образованы. Тогда возвращайте мне маркер. Сейчас мы попробуем провести этот же эксперимент уже с другими ребятами. Так, помогите мне убрать ударение. Спасибо. Продолжим. Сейчас мы подойдем к ребятам. Я смотрю, скорее всего, по возрасту это школьники. Может быть, они нам тоже помогут в этом нелегком задании. Ребята, привет! Тебя как зовут? Юля. Юля, можешь помочь мне расставить ударение в этих словах? Держи тебе маркер. Произноси их. Торты. Звонишь. Давай дальше. Красивее. Красивее. Сейчас подумаю. Давай дальше попробуем. Вернемся потом к этому слову. Квартал. Угу. Свекла. Угу. А ты учишься в школе? Да, в школе. А в каком классе? В девятом. В девятом классе все-таки затрудняются ответить на пару слов. Но в любом случае, спасибо за участие в эксперименте. Артур, все, в принципе, наглядно видно. Все-таки у нас в Иркутске образованные люди. Я надеюсь, что с каждым годом будут все-таки студенты и школьники образования и образования. Анастасия, спасибо за интересный и увлекательный рассказ. Он доставил немало позитивных минут только что зрителям. Напомню, на связи со студией был наш корреспондент Анастасия Цыганкова.